деле о пожаре в детском лагере «Виктория» еще один подозреваемый. Это начальник Киевского районного отделения службы по чрезвычайным ситуациям. Областная прокуратура инкриминирует ему служебную халатность. По данным следствия, противопожарная система безопасности не была подключена к центральному пульту. Зная об этом, начальник райотдела должен был обратиться в суд, чтобы приостановить работу лагеря. Но не сделал этого. Напомню, в ночь на 16 сентября сгорел двухэтажный деревянный корпус, в котором находились около 50 детей. Погибли 3 девочки. Ранее подозрение объявили директору «Виктории», воспитательнице и чиновнице, которая в тот момент занимала должность заместителя мэра Одессы.